Приветствую, дорогие друзья, дорогие инвесторы Skyway Invest Group, дорогие партнеры. Сегодня август 2015 года, и уже практически прошло полтора года с момента запуска проекта Skyway. И я хочу всех поздравить с тем, что мы вышли уже в поле, уже начинается строиться экотехнопарк, и мы уже на пути к тому, чтобы совсем еще осталось чуть-чуть меньше, чем год, может быть, год и три месяца до запуска транспортной системы второго уровня, городской системы и грузовой системы. И с этим я хочу вас поздравить, потому что 7 августа произошло знаковое событие, была закладка первого бетона в экотехнопарке, вы видели отчет наших директоров, которые ездили в Минск, и зачастую нам говорили, ну вот когда вы уже начнете строить, когда уже вы выйдете в поле, когда вы уже что-то покажете. Дорогие друзья, все, мы уже это сделали. Я хочу поздравить тех людей, которые были, тех инвесторов, которые были с самого начала с нашим проектом, потому что, дорогие друзья, для вас уже наступила капитализация. Потому что в тот момент, когда начал литься первый бетон в экотехнопарке, в этот момент уже для нас с вами наступила капитализация наших инвестиций, наших инвестиционных отчислений, которые мы сделали именно в поддержку проекта Skyway. Дорогие друзья, и с этим я вас очень поздравляю. И в связи с этим у нас начинается просто вот невероятный такой рост. К нам приходит огромное количество разных людей, которые присматривались к нам. В сентябре месяце, 10 сентября приезжают с Австралии представители, которые хотят запустить проект в Австралии. Я думаю, что в конце сентября, начале октября уже приедут представители из Африки. Напоминаю, что мы были заключены контракты на 70 миллиардов долларов в России, в Украине и в Британии. И еще около 30 миллиардов в стадии такого стендапа. Да? То есть я думаю, что в начале октября будут заключены еще по скан Транснету, Транснет Турция. Дорогие друзья, дело движется, мы с вами идем вперед. И вот в связи с тем, что такое знаковое событие, мы хотим сделать подарок для всех вас, для всех наших участников, для всех наших друзей. Вы знаете, что у нас бывают иногда акционные дни. Так вот я хочу сказать, что у нас сейчас будет, можно сказать, очередной акционный день, акционные дни, но они будут последними. В связи с тем, что сейчас в компании идет очень большой приток людей, которые средних, крупных, мелких инвесторов. В наш фонд приходит огромное количество уже и средних, и крупных инвесторов. Поэтому акционные дни мы делали, чтобы поддержать вас на начальном этапе, но сегодня в этом необходимости уже нету. И, дорогие друзья, начинается бурный рост сейчас компании и бурный рост привлечения средств. Поэтому последнее, мы разговаривали с нашим советом директоров, и мы решили, что мы сделаем последние этот акционные дни, которые будут проходить в конце этого месяца. Сегодня вы об этом узнаете точные даты. И, дорогие друзья, я предлагаю сегодня всем обзвонить вашим знакомым, которые уже являются инвесторами, которые, может быть, уже инвестировали. Скажите им, что мы уже начали. И вы знаете, вот мы, директорский состав, для себя взяли такое правило. Мы каждый месяц, кто-то отчисляет там 2% от своего дохода, кто-то 1%, кто-то 10%, но каждый месяц все директора покупают акции компании. Почему, дорогие друзья? Потому что если я просто сравню вам небольшой, чтобы вы понимали, небольшое сравнение лишь только, что в прошлом году миллион акций можно было купить за $1000, то на сегодняшний момент, в прошлом году, еще в марте месяце, в феврале месяце, то на сегодняшний день миллион акций можно купить только уже за $5000. А если еще полгода, это пятый этап, пятый период наступил, а когда наступит десятый период, то миллион акций можно будет купить, наверное, минимум за $50000. Посчитайте, какая капитализация уже проходит, насколько ваши активы уже растут. Но и не это самое главное, что активы растут или не растут, они будут расти однозначно. Самое главное, дорогие друзья, что все, запустилась эта машина, мы уже начинаем строить, уже огромное количество людей, которые смотрели за нами, начинают вливать свои средства, и я
Почему обращаюсь к вам? Расскажите всем своим знакомым, кто верит в это, кто не верит. У них есть уникальный шанс, сегодня стать совладельцем высокотехнологической системы, транспортной системы, которая бывает раз в жизни, в истории человечества. Почему, может быть, скажете, Андрей, почему раз в 100 лет сначала ты говоришь, потом раз в жизни в истории человечества? Давайте с вами посмотрим исторические данные. Вот когда появился первый пароход, он появился раз в жизни в истории человечества. Леонардо да Винчи, он был раз в жизни в истории человечества. Анатолий Юницкий, с которым нам повезло, и мы имеем такое, можно сказать, счастье общаться с таким человеком, который бывает раз в жизни в истории человечества, который родился раз в жизни в истории человечества. Далее, производство автомобилей. Генри Форд, он был раз в жизни в истории человечества. Билл Гейтс и Стив Джобс – это те люди, которые были раз в жизни в истории человечества. У вас есть уникальный шанс быть не просто участником этого проекта и в будущем получать колоссальные прибыли и дивиденды, но еще участвовать в проекте, который бывает раз в жизни в истории человечества. Проект, который в течение 50-100 лет будет расти. То есть это создание нового тренда, абсолютно нового тренда. Сегодня, когда я пишу вам новости, сегодня рушатся индексы, фондовые индексы, финансовые индексы и финансовые рынки многих стран, дорогие друзья. Почему? Да потому что система старая, которая основывалась совсем на других принципах, начинает рушиться. Мы с вами создаем абсолютно новую, прекрасную систему взаимодействия между людьми и в основе которой является система второго уровня, дорог второго уровня Skyway. Поэтому, дорогие друзья, если вы заботитесь действительно о том, чтобы ваше будущее было для ваших детей, для вашего поколения, для тех людей, которые хотят, чтобы в вашей жизни все было превосходно, на сегодняшний день есть такой шанс. И объясните тем людям, что сегодня человек может приобрести за $20, за $10, за 20, за 50 определенный пакет акций, который через 30 лет соизмерим будет даже не с теми пакетами акций, которые были у Apple. Вот исторический факт. Если бы 36 лет назад, 37 лет назад уже, на $8 у вас было бы акции компании Apple, сегодня ваш капитал составлял $700 миллионов с дивидендами ежегодными больше $2 миллионов в год. Так вот, дорогие друзья, акции, которые вы приобретете на 10 или на 20 или на $50 с компанией Skyway, через 36 лет они будут стоить гораздо выше, ваша капитализация будет гораздо больше. И самое главное, это будущее ваше, это будущее ваших детей, это будущее нашей планеты. С вами был Андрей Ховратов. Всего доброго. Пока-пока. До следующих встреч.